День добрый. Сегодня у нас итоговое видео по распилу масляных фильтров для двигателя Havail Jolion 1.5, передний привод 143 лошадиных силы. Фильтра также подходят на некоторые модели Honda, Mitsubishi, Isuzu, Suzuki. Начнем с первого места. В дальнем углу сначала идут фильтра топовые на оценку 5 с плюсом, которые занимают первые места. Далее качество фильтров улучшается. И здесь уже откровенные фильтра, которые плохого качества, так скажем. Откровенного шлака здесь, конечно, нету. Из 21 фильтра все старались брать фильтра нормального качества, нормальных фирм, всяких там Ориджиналов, Максгиров, прочего подобного. Такого не покупалось. Так, идем на первом месте. У нас фильтр Нита 4М117. Оценка 5 даже с двумя плюсами. Уникальное сочетание количества бумаги, толщины и веса. Самый большой вес фильтрующей бумаги 17 грамм. Силиконовый обратный клапан, центральная туба, подпорная пружина, все идеально. Немножко в японских фильтрах, конечно, особенность конструкции, что не используют они резиновые перепускные клапана, как в европейских фильтрах MAN, MALE, Filtron. Но, учитывая, что этот клапан каждый запуск открывается и закрывается, в минус это не записан, просто особенность конструкции. В данном фильтре эта галочка значит, что обратный клапан, ну, он как бы закрыт полностью, визуально. Но нет как такового сильного поджатия клапана. То есть нет такого пружинящего эффекта, что клапан закрыт. Так что, если для вас особо важна, так скажем, работа обратного клапана, если вам кажется, что какие-то стуки при запуске двигателя, ну, тогда обращайте внимание на фильтра следующие, которые идут также на первом месте. Heinz, MALE и еще один Nitta HM113. Отличие HM113 от 4M117 рассказывал в одном из предыдущих видео по распилу 4M117. Вкратце, меньше площадь фильтрации, чуть меньше толщина бумаги, чуть легче на 1 грамм бумага. В остальном фильтр отличный на 5 с плюсом. Ну и здесь значительно лучше поджат обратный клапан. И для тех, кому это важно, смотрите, как поджат, так скажем, что это преднатяг на закрытие клапана. Сделано намного по обратному клапану получше, конечно, чем в 117, но зато все остальные параметры чуть-чуть похуже. MALE 521, просто отличный фильтр, толщина бумаги 0,65, самая толстая бумага в обзоре, большая площадь фильтрации, настройки перепускного клапана, все сделано идеально. Рекомендуется к покупке обратный клапан, так же самое, тоже работает прекрасно, все закрыто. Есть поджатие на закрытие. Тут не очень-то видно, потому что этот клапан на втулку надевается и сидит туго. Это надо, чтобы показать, как это выглядит. Надо в процессе одевания так вот. Видно, что он поджат и остался. Он сидит на резьбе с натягом клапанчик. Heinz H97 V05. Тоже великолепный фильтр. Толстая бумага 0,64 мм. Давление перепуска самое большое 2,2 атмосферы. То есть клапан здесь будет максимально по времени в закрытом положении. Заливка герметиком, площадь фильтрации, толщина материала, вес. Все прекрасно. Клапан уже не 100% силикон, так скажем, 50%. Эластичность немного теряется.
Также поджат катушкой. В закрытом состоянии все пружинит. Герметичность отличная. Так это выглядит. У фильтра есть его клон. Это фильтрон ОП-575. 575 есть две вариации. Может прийти МАН, но это раньше приходило. А скорее всего придет фильтрон. Ну, то есть внутри ОП-575 будет вот такая конструкция фильтрона. Это тоже конструкция фильтрона. Здесь еще старая разновидность МАНа. Ну, уже выходит из обихода какие-то старые склады. Дальше. Вот эти все четыре фильтра маркером подписаны. Это все первое место. Это на первом месте. Дальше идет три фильтра. Всем им дал второе место в общем рейтинге. Это ВИК 415. Отличная площадь фильтрации 900 квадратных сантиметров. Давление перепуска. Силиконовый клапан. Эта галочка значит, что он тоже поджат не особо сильно. Если вас прям беспокоит вопрос работы обратного клапана. Он как бы закрыт, вопросов нету, никаких щелей не видно. Но такого прям большого преднатяга, чтобы разжималась резинка. Такого здесь нету. МАН 610.6. 5 с плюсом на втором месте. ФРАМ. Он же Пурфлукс. Так же самое. Тоже на втором месте. Отличительная особенность его. Обвел красным. Довольно-таки глубоко посаженная резьба. Например, на Джолион 143 лошадиных силы, возможно, не навернется. Придется чуть-чуть выворачивать блок из, втулку из блока. Ну, куда-нибудь на Honda пойдет отлично. Так что берите фильтры на вооружение. Все великолепно. И по давлению перепуска, и по бумаге, и по площади фильтрации. Дальше, на третьем месте у нас идут три фильтра. Мале 617, Bosch с этим номером и ВИК 809. ВИК 809 отличается от ВИКа 415. Чуть-чуть меньше диаметр, чуть-чуть меньше высота катушки за счет другой пружины более высокой. То есть по всем параметрам чуть он похуже. Полегче бумага, поменьше площадь. Но зато великолепно сделан обратный клапан. Сейчас я покажу, как пружинит это все. Вот образец, как должно быть сделано. Так что, если у вас в первую очередь прям беспокоит работа обратного клапана, тогда ВИК 809 берите. Если вас больше волнует площадь фильтрации и все остальное, тогда 415 берите. Мале 617, также третье место, оценка 5 с плюсом. Основной минус, что опять резьба довольно-таки глубоко посажена. То есть такой Honda Style. Может на некоторые втулки не навернуться, имейте в виду. Или втулку придется удлинять, выворачивая из блока. Bosch, все великолепно, 100% силикон обратный клапан. Тубы, да, дешевые, щелевого типа. Но все остальное, фильтры, все прилично. Все сделано хорошо. Bosch еще один. Маркировка другая у него идет. Отличается от этого Bosch. Вот этот стоит вообще 200 рублей. И обратный клапан здесь 50% силикон. Более дубовый на морозе он. Все остальные параметры идентичны. Такие же самые. Далее идет Еврорепир. Вот его номер. 1491-67. Отличный фильтр по всем параметрам. Давление перепуска, площадь фильтрации, бумага. Все замечательно. Оценка 5. Идет на пятом месте он. Можете вот здесь его наблюдать. Места все располагаются в таблице, строятся на основании толщины материала, на основании веса фильтрующей бумаги, наличия силикона в обратном клапане. То есть все это в совокупности учитывается. Плохо удивил, конечно, МАН 610-3. Посредственная бумага. Очень тонкая, вес ее маленький, 9 грамм, толщина 0,36. То есть к покупке он особо не рекомендуется. Лучше возьмите МАН 610.6. По всем параметрам намного лучше. МАН 610.3
место в таблице, шестое место. Цена 447 рублей была на момент тестирования. Очень легкая бумага, 9 грамм всего. Мале, дальше 196 на седьмом месте. Основной недостаток, что дубеющая на морозе резина. Ну и при одной цене 196. Какой смысл его брать, если есть намного лучше на первом месте? Это Мале 521. Просто великолепный фильтр. Бумаги больше. Она толще. Силиконовый обратный клапан. По всем параметрам лучше. Цена одна и та же. Так что делайте вывод. Дальше у нас идет оригинал. Так называемый на фильтр. На Джолион. Производство Пинжуан. На седьмом месте. Так же самое. Основной недочет, негерметичный обратный клапан. Опять вот это дурацкое устройство. Практически отсутствует бортик на резине. Коническая вот эта сама ерунда. И фильтр при сборе. Вот так вот поджимает пружина. Он налезает на крышку катушки. И потом это выглядит все. Выглядит вот так вот, все это с щелью, то есть он не поджимает. Обратный клапан не работает. Бумаги 12 грамм. Толщина 0,4. Ну, все такое среднее, посредственное. Давление перепуска 0,95, тоже меньше 1 атмосферы. Посредственный фильтр. Вот он в таблице, можете смотреть его. Пинжуан 404E. На седьмом месте. Самая высокая цена, 600 рублей, вы представляете? Самая высокая цена в обзоре, практически в самом конце он. Это вам на заметку, любители оригинала. Дальше фильтра еще хуже тут. Мале 986. Тоже здесь все. И резиновый обратный клапан. Материала мало, 9 грамм. Толщина его средняя. Кольбеншмитт, пожалуй, самый худший в обзоре. 9-10 место. Очень маленький вес бумаги, 9 грамм. Бумага вся такая дешевая, тонкая, 0,43 мм, 0,42 мм. Нет такой волокнистости, больше как целлюлоза, синтетическое волокно, я бы сказал, отсутствует. Перфолента щелевого типа, все это дешевое. Здесь еще более-менее есть силикон, здесь вообще обратный клапан. Вот в этом номере обратный клапан вообще дубеет, ужасная резина. Так что не покупайте данные фильтра. Вик, фильтр прекрасный, но в самом конце, потому что немножко не тот типа размер, по высоте он. Немножко ошибка была с покупкой. Так скажем, по высоте. Ну, в общем, меньше. Не 85 мм, по-моему, 70 мм. Смысла никакого брать за одну сумму нету. Когда есть варианты на первом месте. Намного лучше, например, ВИК 415. Или чуть ниже его 809. Этот фильтр все нормально, но чуть завышенный диаметр. Немножко другой размер. Ставить можно, оценка 5. Это провал получился с Еврорепьер. Завышенный диаметр, но проблемы с давлением перепуска. Такие результаты тестирования всех фильтров. Я думаю, выбор у вас достаточный. Можно сказать, что ниже третьего места можете варианты не смотреть. А это уже 10 фильтров, которые в топе. Из них самый дорогой МАН 610-6. Крайне рекомендуются те фильтра, которые на первом месте. Самая толстая бумага это в Хейнсте и в Мале. Тонкость отсева должна быть наивысшей. Ну, также Нита тоже отличный вариант. Увеличенная площадь фильтрации. Сделано все прекрасно. Материал тоже толстый. То, что на первом месте, обратите внимание, толщина практически 0,6 мм. На втором месте уже идут фильтра 0,4 мм. Толщина материала, но площадь под 900 квадратных сантиметров. Потом идут варианты чуть-чуть, так скажем, компромисс уже. И бумага легче уже по 11-12 грамм. Ну, в общем, такое мое видение. Сертификата на болгарку у меня нету. Все это мнение любителя.
Можете доверять, можете не доверять. Такие дела. Переходите по ссылке в описании. Будет ссылка на данную таблицу. Всем спасибо за внимание, что дослушали. Надеюсь, было интересно. Так же само можете сброситься на интересующие фильтра для любого автомобиля. Выбрать, допустим, 10-20 штук. Пилится все бесплатно. С востока сумма на фильтра. Всем спасибо. До свидания.